Здрасте, дорогие подписчики, мы продолжаем прохождение игры Borderlands 2, с вами, как всегда, Алькатрас и Дэнди, поздоровайся. Да, всем здорово. Так, и вот, предыдущие мы снова сделали большой круг на эту базу. Сейчас направляемся искать этого кровокрыла. А, слышь, а что это, тут нет стекла, я думал, тут стекло. А, его тогда же убрали, забыл. А чему проходим миссию по второму разу, блин? Ну, меня ща ёбнут. Ну, печально это, что вам сказать. Чё значит печально, блядь? Спаси меня. Так, это где аорта? Да нет. Да ладно, вот сам. Вон, слышь, вон, бежит. А, вот, вижу. Нате, блядь. Так, давай ты вперёд пойдёшь, у меня хп нету. Там вам показано, есть кто-то. Впереди. Так, а ну, цып. Тут же сейчас один здоровый будет, помнишь? А, вон он, видишь? Так, ну там справа еще один. Вон, я его сагрил. О, еще новый босс. Слышь, он на меня бежит. Так, базука, где ты? Базука. Базука быстро потом взяла и помогла мне. Смотри, как граната хуярит. Блин, им еще мало что ли, ем? Так, я сдох, но я буду его хуярить. Я сам сдох. Я тоже буду его хуярить. Кто первый? Блять, спаси меня. Сзади меня, слышишь, быстрее сзади меня где-то. Вон он. Стреляй по нему. Сука, где ты, блять, тварь заебал? Вот он, вон сзади. Я убил его всех. О, сханяшечка к этому я попустил. Ой, шкафчик. Автомат, у которого скорострельность просто... А ты на скорострельность смотришь? Ты смотри на урон. О, снайперка 247. А стоп, у меня вообще оружие? Я ой, не. Так, ну... Он выглядит прикольно, кстати. О, можно... У меня наш какой урон? У автомата 137. У этой, типа такой, блядь, как тебя назвать? Ну, типа, можно назвать базуками, а типа базука автомат 71, базука на этот да-да-да, и пистолет 66. Смотри, налево. Ой, чё, уйди от меня. Спасай. Где базука? Мне срочно сейчас нужно. Граната сейчас все фиганет. Погоди, не стреляй в нее, я ее убью. Давай. О, все. Тут куда она взялась? Блин. Я не знаю, я сам охуел, блядь, сейчас. Она вышла. Сейчас, погодь, я избавлюсь от кое-чего. Выбросить. Так, и выбросить. О, нет, не сравнить. Да, да не сравнить. Выбросить. Так, стоп, где это все? Так, снайперку возьму. И... Нахер тебе снайперка? Я хочу быть опасным снайпером. Так, и пока... А, это ты выкинул? А? Это ты выкинул? Не-не-не, это... С него выпало. Как-то неловко будет просто. О, снайперку вроде ничего. Погодь, тогда я эту выкину, снайперку. Ага. Хочешь, я тебе нормальную снапу дам? Я спасибо. Мне твоя жалость не нужна. Я просто лучше есть, на, слышь. Так, взял. О, нет, слышь, сейчас. Так, сейчас я выкину. На. Сколько у него вон снайперки? А вон она. 319. Да нет, не она. Вон она. А, вот. А, ну да, сейчас погодь. Так, где ты? Я буду бегать со снайперки. Ух ты. Ну да, один раз выстрелил. Признаюсь честно, я ожидал, что она громче будет стрелять. Ну ладно. А, слышь, а подожди, а ну-ка, дай я посмотрю, как та снайперка, которую ты выкинул. Чтоб здесь где-то враг показан. Просто я подобрал. Блядь, не знаю, хочешь забери. Я уже взял. Ой, блядь, гранату кинул. О, слышь, она на врага хуярит. Смотри, она полетела. Ой, здрасте. Так, стой. А. Бля, я себя прям чувствую с великобританским солдатом 18 века, блин, с ихними пушками, блядь. У меня, слышь, у меня дробовик ничего не наносит, у меня резист. Ой, блин. Сори, ща гранату кину, сори. Убеги.
Да я убегаю, убегаю, убегаю. Смотри, я в тебя кидаю. Смотри, она еще полетит обратно. Ты меня подзорвал. Не-не-не, вон она полетела. Видишь? Ну да. Так, вали, он почти готов. Я убил его. И я весь блевотный. Так, захватчик, сирена. Так, есть патроны, что там, почем? А купить патроны тут негде? Слушай. А, вот зато есть куча ящиков. О, нашел. Слышь, подбери кусок. А, не, я подберу первый. Подобрал. Молодец. А это что у нас? О, новая пушка какая-то. Так, как у него вон? Это что, это базука? Слышь, гранатомет, бери его. А у меня под 2000 это чем-то. Гранатомет. Да. А у меня под 2000 чем-то. Да. Я ж тебе дал базуку эту. Так, все. Бежать дальше. Погоди, дай гляну. Далеко нам еще? Так, сейчас нам направо. Ну, да ладно, блядь. Так, стоп, вот сюда. Или сюда. И... Стоп. О, слышь, может там тоже кнопка была? Чё ты нажал? Чё на ты... кнопку. Ты знаешь, куда мы идем? А, да-да-да. Блядь, мы уже здесь были, нам не нужно было сюда идти. Видишь, блядь? Вот ты это видишь, вот это вот? Смотри, мы, блядь, здесь уже были, блядь. Как нам туда войти тогда? А, ну нам тогда обходить. Стой, подожди. Нам не сюда, нам... Мы всю серию, блядь, шли не туда, блядь, долбоебы последние. Да не, нам просто отсюда еще дальше надо идти. Да че ты, блядь, гонишь, мы, блядь, вообще нахуй мы сюда, блядь, пришли. Вот сейчас надо идти туда. Нам, блядь, туда надо идти, блядь, нам надо было, там, небось, кнопка, блядь, какая-нибудь была, блядь, и мы долбоебы, блядь, ее не увидели. Да не, нам вот сюда идти теперь, за мной. Вот, видишь? Кстати. Вот, видишь? Этого тут раньше не было. Ну то, что, блядь, тут много, блядь, это не доказывает то, что, блядь, нам сюда идти, а не повсюду. Ща гранату кину. Блин, самонаводящуюся, смотри. Прицепился. Все, короче, я сделал себе выбор, я типа с гранат, с базукой ходить, мне сейчас задолбало. Я псих-одиночка. Где ты там? Да все, я уже расхуярился в своей гранаты, пизда. Стоп, здесь еще один где-то. Смотри, смотри, смотри на эту, у этого нога. А, все, нога не дергается. У него просто до этого нога дергалась. Еще одну гранату возьму, у него 1300 с хером урон. А где еще один? Блин. Подожди. Надо на 20 левеле только откроется, блять. А у меня до 20 больше, меньше половины. Где он? Да в пизду, не будем туда спускаться, побежать дальше. А, нет, все. Теперь я уверен, что нам сюда. Нам вниз надо. Я по. Жарим. Новый вечер. Так, где мой автомат офигенный? Вот кто урон вообще маленький. Так, пулемет. А, он стреляет дальше. Ой, ё-моё, это вообще заглючил что-то дракона, знаешь, танцор диска прям какой-то был. Танцор диска? Да. Так, знаешь, вертелся, вот завис. И на меня шел. Смотри, вон стреляет, видишь? Где? Он в инвизе. А, фиг. Я его вижу. Фиолетовая фигня вроде выпала. Да, фиолетовую фигню я нашел. Видишь его? Все, я его ебну. А, он упал, да, теперь вижу. Ладно, пошли. Они нас так задерживают. Так, думаю, нам куда-то вот сюда. Нет, тут дверь закрыта. Да-да-да, нам сюда. А, блядь, тоже закрыто. Угу, нам сюда. Так, нам надо залезть как-то сюда наверх. А, вон лестница. Бегом. Блять, тут птицы летают. Стоп, погодь, с нами разговаривает красавчик Джек, значит мы правильно идем. Ну да, просто так было не сложно пиздить.
Ты хотя бы читай, блядь, и что он говорит, блядь, только про себя, а потом объяснишь мне, что это за смысл. Блядь, ты никуда не прочитал. Ну, что-то в последние слова были, я знаю, что ты не раскрываешься. Блядь, заебись. О, слышь, сори, здорово. Но у меня есть супергранат. А у меня есть супербазука. Стой, да подожди, подожди, пусть сначала мои гранаты разберутся с этим. Он увернулся от нее. Ага, хуй. Он жив или сдох? Бля, хочу базук на ком-то испробовать, что ли. Ты уже испробовал, блядь, нахер тебе еще раз испробовать. Не подкалывай. А, сдох, не сдох, не сдох, не сдох, не сдох, не сдох, не сдох, готов. За тебя, я тебя спасу. Оу, щит, оу, щит. Все, видишь, тебя спас. Так, готов. Готов, где-то, давай, ой, блин. О, смотри, новые эти. Что? Смотри, новые мобы, видишь, летают. А, ну да. Ой, ой. Вон, сейчас приземлится. А, нет. Безбашенный рак. Лонг. Летает и написано. Я разберусь. Чёрт. Смотри, летит. Я себе хочу сюда бить. А еще на него гранату кину. Да я пытался с базуки снять, прям рядом с ним полетел. Смотри, моя граната за ним летит, смотри, видишь? Да, вижу. А, блять. Я из нее со снайперки стреляю. Это что за говно? Ой. А, пулемет же. Давай, пулемет, разберись. А я побежал. Деньги. Я брал деньги, они 89 опыта. Так, где они все? Чё, когда я прибегаю, все уже сдохли. А, во. Ой, как я печаль, блядь, когда ты прибегаешь, все сдохлые. Какая досада. Я хотел как-нибудь всё завалили. 2700, слышь, новая базука. О, сколько, пока сколько? 2700. А мне написать, сколько на той. Так, на этой. Если смотри, если у этой стрелочки зеленый вверх, значит у твоей меньше урона. Так, вот это да, это лучше. Так, выкину тогда эту. Так, где эта базука? Так, выбросить. А ну-ка иди сюда, моя хорошая. А почему я взять ее не могу-то? Места можешь нет. Но она на 20 левеле, слышишь? Ай, блин, ну значит я не могу ее взять пока. Ты можешь ее взять? Ну ладно, я ее возьму, потом тебе отдам. Я 19 левел. Ну я тоже на ее взял. Я тебе потом ее отдам, когда апнешься. Ладно. Гранат 900. А, блядь, нету места, возьми эту гранату. Дэдди, ой, о-оу, не та кнопка. Так, сейчас. Так, где у нас тут гранаты? Я не могу найти гранату. Где же гранаты? А вот. А чё у меня с гранаты? 1042. Какие убогие гранаты. Диана. Вон она, белая. О, а тебе. Чё? 173, блядь, да ты вообще что ли не следишь, чё, блядь? Посмотри на урон, блядь, а не на скорость, блядь. Стрельбы, я не знаю, блядь. Убежали. 173 твоя граната, блядь, у меня граната 900 сносит, тысяча с хреном. Слушай, ты чё охерел? Сдохни! Скажи, что ты робот. Ну ладно, разберись с ними сейчас. Он не подыхает. Где он? Вон он, блядь. А его нельзя убить. Да? А, пидор. О. Хуйня. О, вот это надо по-любому. Чё такой возбужденный, я могу. Что я люблю новое оружие. Ну понятно, не настолько же. Или настолько? Настолько. У меня новый дробовик. Сохраняшечка. Сохраняшечка. Смотри, какой у меня дробовик. Красивый? Да. Погнали. А надо его. Маш мой подобрать, я его выкинул. А это что за у нас что-то? Снайперка? Нет, это хуже. Да, явно. А, кстати, мы пришли уже почти. Ой, это кто у нас там? Так, первого робота. Чё здесь хедшот нельзя ставить? О, снял. По роботу нужно стрелять в критические места. Я ему в пах стрелял.
И он умер. Ему нужно было в глазик стрелять. Вот тут еще один. Где мой базука? Херасы, дробовик, блин. Я базуку достал, не сыр. О, заводил. Перед тем, как меня гонят. Это смертельно ранили. Снял. Все, задание выполнили одно. Шикарно. Дай 5. Нет, где? Давай. Ой. Ой, где моя базука? Базука, ты где? Готов. Блин, меня током ударили. Ой, их там куча, уходи оттуда. Уходи отсюда. Это очень опасно. Ой, я умираю. Ты где? Я какой-то аккумулятор меня сильно ранил. Аккумулятор, блин. Вон они идут, я вижу. Сари, пришло время для моей гранаты. Так, готово. Минус один робот. Так, вы где там? Да, там уже всех перехерачил своей гранатой. Ну, что сказать, молодец. Где они? Сари, а того с ножа зарежу, ты где, сволочь? О, ну, с ножа. Знаешь, что я нашел? Ну, сохраняшечку. А, пошли быстро переносить. Ни хера не сохраняшечка. Рядом. Рядом сохраняшечка. Кстати, ты в курсе то, что мы одно задание побочное выполнили времени? Да, я понял. Мы собрали 10 из 10. Пускай дерьма, да. Так, а как мы почти пришли, слышь. А как нам сюда попасть-то? Иди-ка, иди за мной. Я знаю, как. Ну ладно, давай, беги. Так, налево. Направо. По лестнице. По лестнице еще выше. А, это на следующем этаже. О, я вижу там кучу врагов. Базука пришла в твое время. О, хорошо. Хорошо. А, кстати, у меня патроны на базуке закончились. Ну тут мы все... О, ебать, у меня свернулось, чувак. Ну, это очень плохо, потому что здесь робот. И снайпику тут не помогает. О, ебать, походу у меня вылетело. Да? Угу. Да, я что-то смотрю, робот не двигается. И я стреляю по нему, он жизни не теряет. Я не знаю, почему, но у меня, походу, вылетело. Зайди, я походу. Ну бля, чай, Иван. Выйдет на рабочий стол. У меня черный экран. А, вот все. Все, вышло. У тебя вылетело, да? Да. Тогда я остановлю пока запись. Продолжаем. Давай, дорогие зрители. Ты уже продолжил? Да. Бля, я сдох. Ты сказал, что были некоторые технические проблемы. Нет, я решил умолчать. Тише, что мы пошли снова, блядь. Ну, они, я думаю, заметят. Ну, да. Так, ладно. Так, что у нас патрончик тут один. Так, бегу. Так, нам надо понять, как надо... А, ну, понятно, вспомнил. Ой, а ты откуда взялся? Откуда вы взяли? А, блядь, вы здесь еще остались? Блин. Пулемет, спасай меня. Ладно, бежим. Ой, вон еще вышел один. Не оглядывайся и беги вперед. Ладно, ладно, все понял. Ой, а новый уровень взял. Заткнись и беги, нас Денис. Ой. Добрый вечер. Блять, я проебал где-то с тобой. О, новый уровень. Кстати, у тебя та базука осталась? Да. Тебе повезло, вот базука осталась. Чёрт. Так, пулемет, получай. О, жизнь у меня под 1000 теперь. Заебись. Так, завалил одного робота. Еще один остался. Все, завалил. Так, теперь предлагаю срочно валить. Так, ладно, пошли. Бросай их всех.
Так, подожди, мне нужно выучить. Каждый сам за себя. Чё за... Ой! Ты... Ой, чё за... Чё за хрень произошло? Ой, это ещё кто такой? Блин, я шкафчик открыл, а тут на меня робот напрыгнул. Да ладно? Да, вот он мелкий бегает такой. Собака. Смотри, мы вообще хуй завалишь. Неудачно я шкафчик открыл. Бля, я убегаю. Погодь. Блин, ты как его убить-то? Ты чё за чё? Это неправильно. Маленький какой-то, у меня уже патронов нету. Я вот его с близкого расстояния обстреливаю нахер, чтобы он сдох. Сука, ты ж половину жизни еще не отняли. Сука, с базуки его хуя. А, у меня ж базука твоя есть. Бля, ты стреляй, бля, у меня базуки, патроны закончились. У меня, наверное, вообще нету их. Так, бегу. Я обновился. Да, у меня есть патроны для базуки. Вон на электричеством хуярит. Бля, мне снова сейчас полосу препятствий побежать надо. Он, кстати, почти сдох. А, блядь. Ой, смотри, ты тоже дохнешь. Так, я тебя спасти. Ой, ё-моё, сколько вас тут? Ой-ё-ё-ё, я даже добежать до тебя, наверное, не смогу. Ладно, не убегаю. А ты где? Я там еще на лестницу бегу. А, понятно. Вот шикарно, ты откуда взялся, мужик? Все, я сейчас заново сдохну. О, тут спасся. Я жив, ой, блядь, сколько вас тут? Бля, я снова умираю. Ты что ты взрываешься, падла? Ну. Так, еще одного завалил, хорошо. Так. Может пойти тебе помочь даже? Да нет, не надо, я уже живой. Только, походу, не туда побежал. Ты чё? Куда мне бежать, вашу? Да ваш уж. Я потерялся. А, вон все, понятно. Не, стоп, непонятно. Андрюх, я, кажется, потерялся. Какой потерялся, слышишь? А, все, понял, все, вижу, вспомнил, куда бежать. Так, пожалуйста, не обстреливайте меня, я всего лишь чувак с бородой. Черт. А, все, я убежал от них, они меня потеряли, фактически они меня потеряли. Блять, ты специально, что ли, так долго, блять, тут духуище колупай. Слышь, на свою базуху. Давай, скидывай. Ой, свою не та кнопка. Кстати, офигенная базука. Да, спасибо. Так, и сейчас ты не против, я пока сейчас прокачать себе задумал. Так, что мы прокачаем? Ой, это что за знак? Прокачал прочность турели. Да, получить зад. Жетон, урон от... Критический урон. Так, где ты базуку скинул? Ну, да, да. Где, вот? Вот? Да. О, моя прелесть. Да, я посмотрю на нее. О, да. Только патронов нет. Только патронов нет. Пошли. Окей. Ну, почти, блин. Не открывай больше шкафчики. Не, а, ты же открыл. Я себе на будущее сделал. Больше не открываем эти ебаные ящики. Пиздец, блядь, какое-то сохранение. Какой-то мелкий, блядь, робот, я ебал, блядь, еле запиздили. Так, мы наконец прошли эту чертову локацию. О, здесь дробовик хороший и... еще один дерьмовый дробовик. Можешь забирать у меня пищи. Чтоб не зафиг сдались, я этим не пользуюсь. Все, пошли. А мы подожди. А чё тебя ждать должен-то? Давай. Нужны все игроки. Давай, добыли. Поехали вниз. Вниз. Боже, ебать, это походу чё... Смотри, туда. Тут походу босс какой-то будет, 100%. Не зря тут такая арена. Мне нужны патроны для базуки. Мне нужны патроны для базуки. Срочно. Ой, да. Хочешь глянуть кровокрыло? Какая жесть. Я тут... Не успел. Это еще что за херня? Кажется, мы потеряли.
только большой. А, походу все. Его не спасти. Боже да, мой. Да, кровокрыл 21 левела. Давайте, малыш, в испоряжении кровокрыл целый арсенал. У меня... Хорошо, что у меня гранаты самонаводящиеся. Смотри, блядь. Подожди, я читаю, подожди. Так. Так, короче, они просят типа его не убивать, а сильно ранить только. Короче, почти убить. Феникс ебаный. Блин. Он может восстать из пепла, значит. Бля, блядь. Блин. Это ты поехуяришь? Ну да. А чё мне ещё оставается делать? Я просто попасть не могу. Я тоже особо не могу попасть. Ой, я попал. Он меня огнём пуляет. Так, хватит стрелять по ней. А, хуйня, блядь. А, стоп, у меня же пулемёт есть. Ой, блядь, я сейчас сдохну. Снота со своим, блядь, пулеметом забываешь, блядь. Погодь, спаси меня. Сзади, слышь, сзади, убей этих. Ой. Я не успею. Да, ты куда? Все, я сдох. Пока этот надо было тебя вылечить. Пока этот дебил полчаса будет перезаряжаться, пока он... Я вообще... Интеллект в этой игре, конечно, очень низкий. О, ты умираешь, при смерти на тебя бежит монстр. Нет, надо 5 минут перезаряжаться. Это логично же. Ой, ё-моё. Я пришел. Я смотрю, от моего пулемета ничего не осталось уже. Угу. Так, Феникс, ты где? О, уже половину жизни отняли почти. Так, сейчас мой пулемет снова восстановится. Так, пару раз попал. Так, пулемет восстановился. Давай. Да хуйня, кстати, птица. Нам не надо ее убивать. Там что-то вот этот Ролан, помнишь этого черного такого? Ну. Вот о чем говорит, что у него ключ какой-то надо забрать. Ой, да, у этого кровокрыла? Да, я сейчас вдох на тех. А, во второй дыхание. Блин, это же встать, посмотреть, никуда не успел, меня уже бьют. Это нечестно. Это бесит. А чё у него жизни опять восстановились? Я ебу. А хотя он перестал гореть, кстати говоря. Давай, спасай меня, слышь. Ты где? А, спасибо. Спасай тебе из всех своих щитов. Так, этот чувак, который ты скажешь из первой части, ну, хозяин кровокрыла, Джек, тебе не повезет, если он не выживет. Так, я сейчас... Чё, блядь, он охуел? Блядь, отталкивают, пидоры. Давай, что осталось? Всё, я восстановился. Так, пулемет. Ебать, еще. А, не, повезло. Так, больше половины отняли. Ой, ну как тебе меня ударил, собака? Блять, еще кто-то сейчас пойдет. А что за пипикающий звук? Ну типа предупреждаешь, что сейчас кто-то выйдет из этих войн. На. Ай, блин, я сейчас сдохну. Ой, я умираю. Айм. О, здесь лекарство есть. Я не могу взять лекарство, еще чуть-чуть, типа, взял бы лекарство. А, стоп. Сейчас я тут завалил. Это вот ты завалил. Так, пока никого не вижу за врагу. Кроме кровокрыла. Где она? Ой, блин. А, вот она, блин. На мне только что было. Так, где она? Вылечи меня, мне пулемет надо скинуть. Я сдох. Погодь, я только буду валить ее, смогу ее убить.
О, второе дыхание, от чего? Не знаю, мы кого-то убил случайно. Но мне как бы помощь не помешала. Спаси, а, ты подыхаешь. Блядь, я не успею, наверное. Сзади тебя, вот чисто рядом с тобой, блядь, стоял это. И после того, как ты сказал, что у тебя второе дыхание, я тебе уже, блядь, начал подвигать. Спаси меня, блядь. Пока ты там, ой, смотри. Я думал, ты, блядь, тоже выжил. Какой, кстати... О, кстати, я могу не спускаться. Ну ладно, тебя подожду, пока ты там всем займешься. Ой, смотри. Хуй тебя, блядь, да я подыхаю, блядь. Чё? Ой, смотри, блядь. Меня чисто клюет, блядь, в голову, блядь. Давай, валим. Ты где, кстати? Я чё-то тебя не вижу. А, вон ты. Вон она прям передо мной, блядь. Давай быстрее. Да она тебя прикрыла, я просто не мог тебя усмотреть. Я ее ёбнул. Она сдохла? Не. А, ты эту? Мелку? Не-не-не, вон, я ее. Видишь, КП нету. Он ёбнулся. Она еще жива. Ошейник. Сделай ее последней. Погодь. Так, забрал. Ой, взрывчатка, она сейчас сдохнет. Отходи от нее, отходи. Оооо. Жалко его. Нахуй с ней. Так, этот Макдикай говорит Джек, что он его убьет за это. Да ладно. Так, короче, этот нам говорит, вот этот Ролан, что мы должны отнести этот ключ какой-то железяки, чтобы пройти защитные поля. Заебись. Ну, думаю, мы это сделаем в следующей серии. А, да, пожалуйста. Мы... Ну да, а то мы сильно загеморрились уже с этой серии. Ну ладно, всем спасибо за внимание, с вами был Алькатрас и Дэнди, попрощайся. Ну, всем до скорого. Всем пока.